Спонсор выпуска – комплекс серверов Danger Rust. Вас ждут соло и клановые сервера, рейды X2 днем и X3 ночью, еженедельные ивенты, РТ с топ-лутом и собственный сайт. IP и ссылка в описании под видео. Привет, с вами B16. Сегодня мы выживаем на втором хардкорном сервере B16, который называется B16 Решетка 2. Стаки X3, прокачка X2, маленькая карта и отсутствие кланов, то есть группы не более 3 человек. Заходите. А я пойду в дом. А, я знаю, тут зловещий мост. И вот этот ангар, я знаю, там где-то рисаюсь постоянно. Я там все время рисаюсь. А, пойдем туда, там тела вот залутанные были вот тут вот, по этому правому берегу вдоль речки. Тело! Убегает! Наступаем! Ид меня! В башку попал! Давай, добивай! Упал! Отлично! Ух ты ж, неплохо! Лутай там лук вокруг. Лук, у него забрал. Карта была. Ой, стоп, я тебе броню отдам, кроме ведра. Стрелы есть? Взял стрел, на тебя скоростных, если хочешь. Лутай быстренько его, сейчас я приодену. Я живой, видно. О, ломает бочку. Чувак, привет. Да стой. У него огнестрел. Там еще подбегает один. Упал. Ой, отлично. Еще подбегает кепка вдали. Куда? Так, пайп. Ё-моё, это была опасная кепочка-то. Я мразлупку заберу. Наблюдает. Так, хорошо так. Вот он, голожопик мой. Познай мою мощь. О, тут тело залутанное. Заряженное? Тут тело залутанное, быстрее ко мне! Иду. Какие бочки? Попал, хитанул. Хитанул, добил. Еще один. Убил. А второго? Нет. Давай. Хитуй. Я не знаю, где он. Убегает за кустами, по дороге бежит. Ой, он далеко как. Убегает куда-то. Он лагает. Да. Что это сейчас было? Слушай, попал. Повалил. Отлично, отлично просто. Подожди. Давай. Иди лутать второго. Стой. Он, ох, тут. Дом, походу. Тут капканов-то знаешь сколько? Давай, лутай, пошли. Вот лутать на самом деле из еды только. Это инструментарий. А, я сейчас сдохну, кстати. Подожди, я стрелы возьму у него. Еды, вот, и сюда. Тебе придется открыть, потому что Жек приехал. Ты счет не оплатил. Ну что, ты откроешь дверь? Он одетый. Чё, блядь? Ну и что, выходи, теперь будем воевать. Где он? Я не вижу. Справа далеко. Слева. Вон он стоит. Слева. Да я залечу туда. Не сможешь. Дебил. Ох, прям под ногами. И верхний. Ты там? Да ты я внутри. Ты чё? Я-то вылез. О, его лагает дико. Реально лагает. Подожди. Убил? Да, отлично. А я ему щи прописал, кстати. Подожди, где его это? Открой дверь. Ай, ладно. Открой дверь. Как я открою дверь-то? Все. Пусть он откроет. Че? А, это да, я готов просто выламывать спальники. Чтобы я смог скрафтить такого дешевенького. Костяные ножи только. Вот костяные ножи, если их сейчас получится по костям здесь. О! Какие мне спальник? Я сейчас мол-стэш спрячу ресы. Да погоди, тут спальник. Вот он. Он. Убегает? Да, там рейдит, блин, бэшик, там рейдит. Да пускай рейдит, у меня полный инвентарь лута. Ну всю же. Давай, пусть открывает. Давай, отворяй ворота. Последи за ним. Заходи. Подожди, да я выйду. Смотри. Короче, поставь шкаф себе. Я тебе ресов оставил. Не все забрал. Тебе
Каф поставь. А то тебя так застроят, это мы такие попались адекватные. Все, давай. Вот так вот мы договорились просто и ушли с ресами. Нормально. Сколько почти? 3500 камня, нормально. Ой, 9500 камня, нормально. Сейчас главное до дома добежать. Да, донеси сюда до дома. Итак, лут мы донесли, остались целые. Это отлично. И дерево притащили немножко. Ради сопли я бы и помутил что-нибудь, если честно. Ох, я чуть на стрелу сам не выбил. В окно готовь, контроль окно. Вон, в окне. Он в железяку вместо башки попал. Что у них тут за дом чудесный? Аккуратно по кустам, могут быть мины. Открывает что-то там. Слушай, ну мы тут нигде никуда не залезем. Понимаешь? Дроп сейчас. Подсади меня здесь где-нибудь, вот здесь. Мне такое ощущение, что знаешь, я тут. Так, у меня хендмейд патроны. Ну ладно, я тут, дальше что? Я молодец, я тут. Жалко нас не трое. Жалко нас не трое. Вот так жалко, что нас не трое. Да, сейчас просто бы изи дроп. Ладно, ты контроль, у меня есть еще одна идея. С какой стороны он приземлиться, подожди, там. Дальше или ближе сюда? Контроль, в общем, по сторонам. Слушай, там еще один гость бежит сюда, заряженный. Вижу. Слушай, здесь почти можно запрыгнуть, стой. Хай-хай-хай, дропчик. Ишь ты в баню. Ну, со стороны. Залез! Хорош, лутай и падай! Вот так просто. Отлично, просто. Что-то хорошее на сегодня. Я пойду с тем разберусь, попробую, он тоже лагающий. Давай, топ просто, топ, просто отжали дроп. О, бобовки уже в ход пошли. Там валяется один дохлый. Слушай, подожди, он бобовку взорвал последний. Мне кажется, это немножко неудачно вышло. Тихо, заряди копье. Он рили сдох. Он сдох. Нормально, пацан так рейдит. Идем какой-то праздник. Забирай у него копии. Пепка. На тебя шмотки много валяются. Сейчас, погоди. О, бинты. О, у меня бинтов отлично. Много, да? Вот так вот. Тебе нужны бинты? Подожди, а что ж не дорейдил-то здесь, понятно. На, бинты. Ой, собака пятится до сих пор боком. Слушай, я теперь понял, что бабовка взорвалась и больше ничего не взорвалось. Вот оно что, Михалыч. Вот оно что. Да. Он себя просто взорвал, и на этом рейд его закончился. А, это, по-моему, у нас рейд, да? Ой, тут это чел! Пацан, ну не надо. О, он меня копье подарил. Сяп. Где он? Ой, он бобов. Питанул. Упал. Сколько у него бобовок? У него порох с собой был. У меня три. Три бобовки? Пойдем посмотрим, да, что там на двери у нас осталось. Готовенький, родной. Ну, одну бобовку просто... Что там по двери? Не, не хватает. Подожди, у меня еще есть порох и два геозаряда. И 10 уровень бобовки. Мы не бобовочные еще, пацаны. Так, все, вот тут. Так, скачал, открываю. Вот так вот.
минусанули. Кто это у нас тут? Товарищ с лутом. О, как хорошо ты нам отдал. И патрики есть. Отлично. В ящике у нас ничего нет, да? Подожди-ка. А что у нас тут сверху? Тут у нас тоже ничего нет. Нормалек так. Вообще вертолет летает. Это адовый дроп какой-то. Сейчас по-любому прибегут эти стреляльщики с огнестрела. И в дропе окажется какая-то жареная, сгоревшая, не жареная, а сгоревшая курица. О, уже стоит под кустом кепка, короче, ждет, понимаешь? Так. И вертолет летает. На спальнике возродился. Отлично. Ну, сейчас не спеши к дропу, посмотрим. А ты где? А я тут недалеко. А, во, он недалеко. Ай-ай. Знаешь что там? Сишка и ракеты. Быстрее навстречу. Беги. Беги к этому железному дому, я тут приму. Хотя давай. Себя. Просто не хочу рисковать, у меня хп мало, меня топором покосил, пока я лутался. Это без брони. Давай. Это ты? С луком? Это я бегу с луком, да. Кепка сзади. Я сзади. Убегай домой. Бегу домой. У него в соске дырка. Так, давай посмотрим. О, большая аптечка. Топрол забрал, давай. Если я скажу, какой дроп, я до конца не помню, но смотри. Это топовый дроп, смотри. Сишка, быстрая ракета, большая аптека, камера, вроде бы копье и гнилое яблоко. Ну куда же без гнили? Что мне, три семечки? Сколько у тебя стрелы? Стрел сколько? У меня 31. А у меня 34, нормально. Думал поделиться, но не буду. Блобишься. Стой, это что, тело спит? Подожди, где? О, спит, смотри, красавчик. Давай почекаю. А, нет. Сталкер. О, турель? Ты не посмотрел тут турель? Я не смотрел, я тебе оставил. Хорошо так. 6 секунд долго. Они сначала 3 сделали, а потом 6. Я думаю, 4 надо было взять и все. Ну 6 это в бою, считай, что ты труп. Я еще раз попробую, погоди. Да пойдем, пока ты не убился до конца. Да погоди. Мне все равно один хп сейчас от радиации сдох. Тут нет радиации. Ты повис, ты прикинь? Ты повис будто на веревке. Это что такое? Ё-моё, сяду буквы. Ты так и висишь там, прикинь. В те патроны, да, остались? Ну, 12 патронов, да, там, да. Для калаша. Вышел. Идет? Да, пытается. Помогать? Пока сиди там. 16, 15, 14. Леша, у тебя-то спальника нету. А у меня-то спальника нету. Вот это я ему сейчас дал в башку. Вот это сейчас, по-моему, вообще было, да. Да жестко дал.